А это значит что? Что это новый смена влог, и сейчас мы находимся в Омске, в кальянной «Давай покрепче». А, название очень крутое, вот такой вот у нас здесь кипиш уже сейчас. А, в Омске всего 15:30, но у нас с 2 часов просто такой маленький фул, коллапс. А, и большую часть чашек я уже пустил мимо камеры, так что сейчас будем все наверстывать. А, спасибо за лимонад. Но воды бы попизже было бы. А, вот, собственно, у нас вот такой вот чувачок есть, For Evolution. Че раскуриваешь, угадаешь? Что-то очень свежее, мороз есть. Морозка, блядь, да, морозка. Морозка, нахуй. Морозка, блядь, Супернова. Морозку. А как называют здесь Супернову? Холодок. Это аутсорс. Лед называют? Холодок, аутсорс называют. А, понятно. Короче, ну это смена вложек, сейчас мы разгонимся. А, будем забивать миксы, чашечки, пиздеть с гостями и кому-нибудь возможно стебать. А, кстати, кто смотрел Саш Штаня? Я вначале подумал, бегемот пришел. Думаю, а где же Сильвестр, блядь? А почему я, блядь, вспомнил Саш Штаня? Потому что у меня как дома, кроме ТНТ, нихуя как бы не показывает. Как бы показывает, но смотрим мы только ТНТ, блядь. Потому что там Дом 2, блядь, построй свою любовь, блядь. Я знаю, да, опасно шутить. Опасно. Поэтому у нас вот так вот здесь поставлены колодочки, вот такая вот плиточка, которая дерьмовая, нахуй. Переплата, блядь. Да, кожух. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь в кальянной. Вот такой вот зал. А, да, там вон есть випочка, мы туда попозже зайдем. А, пойдемте посмотрим, что у нас есть тут. Так. Охуенная рабочая станция, прям работать комфортно. А, так, здесь у нас уборная. Здесь все заебок, бро. И, конечно же, охуенно 2 в 1. У ребят есть магазинчик. А, вот такой вот с миленькой маленькой девочкой. А, у ребят здесь продается много чего. Плюс чаечек вижу, кальяны. А что в этом шкафу, сигарет? Нет. А что там? А, секретные шкафчики, ладно. Там, наверное, такой подпольный секс-шоп, наверное, после 12 начинает функционировать. Ну, вот так вот, круто. А, в Омске я был 3 года назад, в кальянной Hookah Place, самым первым. А, так что вот так вот, короче. Вот так, вот так. Раскурилась? Конечно, очень свежо. О, все, отлично, да, все. Можно будет выносить. Давайте, не переключайтесь, идем дальше. Что у ребят по табаку? Элемент, конечно же, дафтик, без него никак. Масхевчик, дарксайдик, танжирчик, дейли хука, фумари. И, собственно, остальное мы уже смотрели, да? По парку вуки, рыжий бездушный, весперы, старбазик, латиции. Может, еще много чего грязного стоит, потому что гости начинают сваливать. Давай еще немного твоих охуительных историй с Москвы. Не, в Москве несколько раз. А так, в принципе, охуительных историй-то нет. Я не люблю на камеру, на самом деле, что-то говорить. Потом это против меня, я ж с севера, блядь, нельзя такое говорить. Я, блядь, вырос там, где не стоит вообще что-то плохое говорить на камеру, блядь. Я же с тазиками вырос, понимаешь, как бы там опасно. С тазиками, что? С тазиками, а с ними... Что такие тазики? Это, короче, русский автопром, который этот, на них катаются азики. А! Понял, да? Азики. Азы, да. Да, вот именно, азербайджанцы. Вот хорошие ребята. Вот, тоже так. Охуительная история. Да. У него, походу, были конфликты с азиками, и поэтому он такой, бля, охуительные ребята, привычка осталась. Да, там, не, на самом деле хорошие ребята, то есть народ хороший. Сколько раз ты этих пиздюлей получал? Жопа не болит? 1 раз в жизни. Жопа нет. 1 раз не пидорас. Да, как бы можно. Второй раз, первый раз, да, ну а третий как второй, блядь. Ну, и потом накатанный. Потом в привычку не замечаешь, как залетает. Ну, там уже, блядь, там только так идешь, у тебя оп, залетело и все, у тебя не чувствуешь даже. Как у бывшей. Просто. А, вот такой вот Омск, ребят, да. Пока ехал, в новостях уже 6 людей завалили. Это еще он только новости читал. А про пацанов не узнавал, что тут кого. Так,
этот, жертва азербайджанцев, цыганцев и будущая жертва ментов. Короче, попросил Миксик кое-что-нибудь необычное собрать. Ну, попробуем, короче, Daft Pan Masala, элемент Grapefruit Pamela, прям созвучно. Pan Masala, Pamela. И чабрец с бергамотом. Ой, извини, я чуть нечаянно бегемотом не сказал. Ну ладно. Я знаю, что Омск, братан. Так вот, сейчас мы это замешаем в пропорциях, наверное, поменьше Pan Masala и все остальное 50-50. И посмотрим, что из этого получится, и раскурим. Назовем этот микс «Цыганские коронки». Так, раскуриваем миксец «Цыганские коронки». Ну, первая тяга была неоднозначной. Бронза пахнет. Сейчас раскурится, будут реально золотые коронки цыганские. Прям реально, как будто цыгане рядом ходят. Запах, да, и страх. Вообще не пахнет, я вообще не удивлюсь, что они в зале сидят. Запах, страх, цыгане. Индийские цыгане. Индийские цыгане. Из них не лошадей, а коронки. У них за место колонок, за место коронок этот, масала. А это зубы обвертывают листом винограда. Забродившим винограда, бочка какого-то. Не лошадей, а коров гоняют. Я говорю, не лошадей, а коров ездят. Ну слушай, интересно, сейчас я тебе дам попробовать. Так, давай, ты больше всего имел проблем. Попробуй. Нет, цыган не было ни разу. Значит, будут. Скоро будут. Не, ребята хорошие. Чисто вот по улице идешь, и тебя встречают мусора и цыгане, блядь, на одной улице. И сзади азербайджанцы. Не, нормально. Не, его встретят азербайджанские цыгане, которые работают в органах. О, из Индии приехали. Первое неоднозначное. Прям вообще не катит. Вообще, оно такое. А то следующие начинают раскрываться. Я прям чувствую, Индия пахнет. Я чувствую, что это мой последний кальян, блядь. За сегодня, завтра меня уже не будет, я цыганин завтра. Чё, как? Ну-ка, под камень. Прикольное сочетание. Не забывай это под камеру. Контролируй свой оргазм. Цыгане хорошо чувствуются, в принципе. Коронки такое больше похоже, знаешь, когда вот только вот молодой цыганин, да, ему как бы не золотые стоят коронки, а вот именно такие бронзовые. Эксперимент. Ну такое. Но по вкусу реально прикольно. Бронзовые коронки? Да, бронзовые коронки. Он, походу, съездил в мастерскую ВЗ, блядь. Медные коронки. Маслом Гоя или как мазью Гоя, смазывай, блядь, чтобы блестели нахуй. Паста Гоя. Как тебе? Паста Гоя, да. Знаешь, что напоминает? Вот у меня в детстве, короче, кариес был. И вот прям... Когда к врачу ходишь? Да, когда там сверлит, бурлит все. Не связано с зубами. Вот именно, что связано с зубами. Еще Владик придет оценит. Он стоматолог. Да, он. Ну, Владик, до сих пор зубы еще не выросли. Чувак, стоматолог, ничего нет. Табор цыганский тут будет бегать так. Вот так вот в платье. Слава богу, я еще в Омск не скоро приеду. Только-только успеваешь, короче, карман. Это этот? Господи, как это? Когда штрих-код отбивает, типа... Да-да-да, как тебе цыганские коронки? Цыганские коронки вообще прикольно. Прям очень необычно, мне понравилось. А почему коронки? А, это предыстория была просто цыганская. Ты коронки поставил? Цыгане забрали коронки. Салам алексус. Салам алексус. Злата родная. На покой. Не для Давы эта печка, не для Давы. Вот это заценил, да? Да. Никогда не умел делать ровные дырочки на фольге, но умею делать охуенные коляны на фольге, блядь. Честно, на фольге
Последний раз, наверное, делал месяца 3 назад кальян. Да. Если, сука, блядь, не 4. Прикольно даже как, блядь. Охуенно. Ностальгия, да, какая-то? Вот так вот. Фольга, блядь, forever, блядь. Все новое, хорошо забыто старым. А? Все новое, хорошо забыто старым, да. Калау, ты с фольги, нахуй. Давай, давай, блядь. Давай, нихуя, нахуй. Да не толкай. Представь, что это твоя первая брачная ночь, а дочка миллиардера, и он сказал, ты сразу не вставишь, ты будешь хуй сосать. Да не подъем. Свой же, блядь. Он оплатит тебе операцию, нахуй, по удалению ребер. Не, пизду. Давай, казах умеет. Тихо, вот тут, 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 это фольгушечка, еще одна пошла. Здесь танжик. Что-то прям вообще разошелся на да. Что-то прям реально стрельнуло у меня. Может, фольгу придешь? Надо будет дома купить фольгу. Мы тебе подарим фольгу дома. Один синхрон. Полностью. Страшно, блядь. Да, вынесу, пойду спрошу у ребят, как дела. Короче, здесь танжик. Забитость, попросил что-нибудь сладкое. Я взял Island Papaya. И еще что-то не помню, блядь, не вижу нахуй. Табуретку надо. А, и Cool Strawberry Flying, как, ну, ой, Burley. Да, Burley. Бурлей, блядь. Сейчас отнесем ребяткам, посмотрим, что они скажут. Че, правда говорят, что после 4 Revolution у всех появились халявные мундштучки, да. Брелки, да? А ты знаешь, что харам курить с дарксайдерского мундштука танж? Попробуй. Короче, знает. Мягенький, накуривает, ей нужно немного подождать, чтобы прогрелся. Ты пока скажи по ароматике. Нормально. Клубника, да? Да, Cool Strawberry и Island Papaya. Чё? Бьёшь? Я бью дарк. Дарк. Давай, по-омски, братан. По-омски? Да, по-омски. Ну, нет, тут не по-омски, я скажу так, по-своему, как я могу, как я умею. Я знаю, что ты не любишь. Да? Ну, а хули делать, ты же набиваешь. Тут у нас смородина. Опа, крышка уже грязная нахуй. Не, не грязная. Не грязная. Да. Посмотри, не грязная. И елочки. Все очень просто и вкусно. Елки немного, чтобы не перебило весь вкус. Смотри, опять не грязно. Все чисто. Стандартная записка, ничего сложного, без всяких махинаций. Распределяем табак по чаше. Это рабочий момент. Небольшой отступ. Короче, пробуем кальянчика от мастера Никиты, который сделал не по-омски, а по-своему. По-никитински. По-никитински. По-богатырски. Че, если ростом удался, все, богатырь, что ли? Ну, хотя да. Протокольный. Как бы... Протокольный. Нечего, нечего возразить, да? Один у вас бегемот, блядь, Саша, Таня, один протокольный. Омск, блядь. Ты вот прям идеально под Омск подходишь, вот такой, знаешь. Особенно под Томат Крепч, да? Суровый дядь, да. Твоя брутальность, все дела. На самом деле мы тут... Не, класс получилось, мягенько, очень мягенько. И накуривает. Может, заказик, да? Да. Так, что будем курить, рассказывай. Да. А? Да. Скажи еще раз. Дарк. А паровозик? Паровозик. Эх, как мило, это реально мило. А я сейчас скажу что-нибудь. Грейпфрут. Так, дарк. Да, да, в натуре грейпфрут и малину, и
Ага. И еще чего-нибудь. Чего-нибудь. Покрепочный стандартный дар. Средний, да. Средний. Француженка. Все делаем. Давай, пробуй. Сейчас. Я там немного твой микс поменял. Ну, мне кажется, получилось даже лучше. Нормально? Да. Пиздишь. Я, конечно, блядь, не Славик, и, скорее всего, я не могу делать такие жирные касатки, потому что, наверное, я не такой еще жирный. А у Славика больше жира, больше касатки, поэтому у меня вот так вот чуть-чуть. Надо будет звук шипения доложить. Хорошо. Вот так, короче. Посмотрим, что из этого выйдет. Я вообще просто, ребят, ну не любитель такой хуйни, честно, да? Я смотрю, там меня передергивает, блядь. Но! Я знаю, почему Слава может себе позволить делать такие жирные касатки и так много расходовать табака. А потому что под табаком рис. Так, так, так. Бля. Ладно, вы еще на меня будете смотреть, как смотрит на меня... Смотрела бывшая, когда это сосала мне член. Вот так вот. Пробуем, короче, касаточку танжик на облаке. Ну, нормально. Потому что не жирная касаточка. Без риса, блядь. Да, я там фоточку в Инстаграм выложил, где я все-таки забил чашечку на фольге, и там все пишут, блядь, какие у тебя неровные дырки, да вообще поебать. Главное, чтобы дырки были. Ты же, блядь, к своей девушке или жене не подходишь и говоришь, бля, у тебя такая кривая дырка, нахуй. Нет. Поэтому просто берем, какая попалась, такая попалась. Так, дырочки на фольгушечке. И все, нахуй, готово. Совершенство, ребят, в простоте. Куда же вы ее бойся? Вот так вот. Идеально. Там букву пропустили, должна быть крепкость. Что будем курить? Давай танжик на семерку на фольге. На свой вкус. Что-нибудь такое свеженькое. Все, понял. Сейчас спасибо. Так, танжик на фольгушечке, семерочка, что-нибудь свеженькое. Окей, окей. Принято, принято. Делаем. Так, делаем тот самый миксочек. Семерочка. Танжирс, мы взяли облако вот такую вот, не фанул. Берем, кстати, я до этого все время говорил Island Papaya, потому что я любил вкус Уфумари Island Papaya и, соответственно, также называл, блядь, папайя сорбет на танже, поэтому там они доебывайтесь и не пишите в комментариях, фу, блядь, вкус не знаешь, поэтому не ругаемся. Так, мы берем нашу чашечку Island Papaya, процентов, наверное, 30. Так, далее берем, я уже начал руками забивать, потому что что-то я проебланил, и там реально было сложно, блядь, взять шилом, либо чем-то еще. Так, берем ололошечку, тоже процентов 30, нет, наверное, процентов 50 ололошки, да, 50. И все это приправляем орчатой. Это орчата, сэр. Так. И ее 20%. Так, сверху посыпем немного. Все. И микс готов. Собственно, сейчас мы это все завернем, раскурим, отнесем чувачку, у которого крепость на шапке, и посмотрим, что из этого получилось. Все, он больше не такой юморной.
Да юморился, а читали то, что за сервис проебался. Что у гостей кальяны потухли. Не, братан, никогда. Я слышал. Салфетка. Потухла? Салфетка не салфетка. Как она? Фантик, мана. Фантик. Ну ладно. Так, ну сделали мы танжик. Я думаю, что выбор вуки под танж немного, ну, несерьезно получилось, потому что тяга так подбилась. Но хуй его знает, как тот чувак любит курить. Может, ему зайдет. По вкусу, в принципе, получилось прикольно. О. Да, прям кайф. Это у нас папайя сорбет, арчата и... Бля, ебать, я забываю. И ололо, блядь, забываю, нахуй, пиздец, прям моментально с головы вылетает. Что, на вуке пиздата? Люблю вуку. Любишь? Да. А вот мне показалось, что именно здесь она немного подпоганила тягу. Блядь, надо пробовать. Иначе ничего не скажу. А маэстро, расскажи, что внутри? Получается, в миксе здесь папайя сорбет и ололо, и сверху арчата. Блять, звучит охуительно, просто охуительничаёк, блять, от души. А про чё? На, пробуй. Ой, благодарю. Как? Вообще охуительно вкусно, просто восхитительно. А, отлично. Крепость, андеграунд, это знаешь, это модник модных магазинов. Яко, да, знаю. Прям модник магазинов таких, о, это типа юность. Не, нормально, красава. Да? Главное, что... А что, так можно? Так? Я думаю, да. А почему нет? Я сейчас с неблагополучным районом... Просто он этот сразу, знаешь, в Омске... Коэффициент, что его грохнут здесь, увеличивается. Ну да, само собой. Да. Вообще пришел с страшными волосами, как бы быстро. Ну да, ну просто он этот коэффициент подвысился. Процент. Пацан проникся. Брутально. Да, крепость. Крепость головного мозга. Underground круги. Красиво, красиво. Ты почему не куришь? Ты 5 минут не покурил. Первые ноты снял, вкусы. Очень вкусный. Первые ноты снял я. Я тогда вторые ноты снял. Или тебя въебал? Нет. А мне кажется, въебал. Нет? Ну просто такое ощущение, обычно, когда так шланг ложат, не курят, а обычно въебывает. И типа. Это просто... неуважение, да? Ну кальянщик. Нет, тут скорее всего нет. Ты просто, наверное, стремаешься сказать, бля, меня въебало от пятерки там, как бы стыдно. Если тебя въебало, то скажи, мы тебе сделаем полегче. Хорошо. Я думал, в Омске нет таких модных. Все пытаются не палиться, чтобы их не завалили. Короче, у нас в месте, где я работаю, начальство мне не разрешает покупать дафт. Поэтому надо покурить, короче, один вкусный дафт. Ага. А второе... Второе, ваймята есть на Хловской? Ваймята на Хловской, это нахуя она нужна? Сколько человек? Мой вкус любимый. А? Мой вкус любимый. Так нету нормальной на лайм-лемон. Нет, вот типа ребят же бывают здесь. Короче, я считаю, это уже не то, блядь. Пытались. Что-нибудь кислое второе? Второе что-нибудь кислое. Все сделаем. Так, модника видели, что они заказали. Короче, один вкусненький дафт. Это фейхуа вишневый сок. И второе, что-нибудь кисленькое. Это, конечно же, элементик. Это помело грейпфрут и каламантина. Каламанти. Надо его отсчитать. Надо его отсчитать. Нокс упал? Это да. Цитоволь, если кто-то читает. На тот взгляд посмотри. О, круто, а что это у тебя такое, а? У нас снимают дафтик. Вау, да. У тебя тоже дафтик. То же самое. Хуящая, не хуящая. Фанат. Бегаем в пас. Ну да. Фотографируемся с тобой? Да, попозже уходить будете, сфоткаемся. Пока отдыхайте, курите. Сейчас он прогреется. Нормально? Да. Там чистый, да. Ага. Че, как получилось? Я прикурил. От тебя? Да, я слышал, вы с кальяной круг. У меня просто сразу, когда сказали кальянный круг, у меня сразу в голове такая песенка. Давай делай шире круг. Обычно у людей песни, там Михаил круг. Не, у меня давай делай шире. Я не думал, что
Есть люди, которые ходят в кальян, но никогда не пробовали дафт. Да. Да, есть такие, я не знал. Я думал, все попробовали и сделали выводы. Для кого-то это говно, а для кого-то это более-менее нормальный табак. А поэтому попросили сделать какой-нибудь микс, и я, наверное, сделаю свой такой любимый, но который я люблю очень редко курить, потому что он резкий. А это гуаманго, все знают, что я люблю гуаманго, и пайнэппл. Очень здорово получается, кстати. А, и второе, что-нибудь на уровне танжа, ой, на уровне дарка, вон туда, скорее всего, наверное, алюминчик очень кислое, правильно? Было бы неплохо, да, немножко морозку добавить, да? Ну, вот, я не знаю, не спрашивал я про эту ебучую морозку, ну, нахуй. Сейчас он мороженое, мороженое, блядь, морозка, нахуй. А, чайники, ну, те, кто любит церемонии, всю эту дрочку, да, там, поливать чайного бога, блядь. Как вы относитесь к тому, что здесь поливают миньона? Да, здесь поливают миньон. Прям реально не пробовал. Или прям реально не пробовал. На, попробуй, это мой такой, ну, прям любимый миксец. Это гуаманго и ананас. Опа, давай, первая тяга, да. Независимый эксперт Евгений, пожалуйста, свою критику внесите. Это очень круто. Я могу даже вот этот дым дыхать, который вылетает. Это, наверное, лучше, чем дыхать. Да. Опа, такой, отлично. Попробуй. Я тоже люблю дафт. Отбей. Сейчас сохранимся. А, ты меня на Пандоре сделал? А? На Пандоре поставил? Конечно. А я-то думаю, там остаю, думаю, что-то кроссовками китайскими запахло, блядь. Реально думаю, блядь, кто в китайских новых кроссовках пришел? Это, оказывается, Пандора у нас, блядь, стоит здесь. Ну, не поваляешь, не покуришь. Ну давай, скажи. Че за хуйня? Хуйня? Вообще пиздец. Я так и знал. Я по-другому не умею. Да и что, я твой лог смотрю. Жирненькая смена такая, как бы. Может, не прям топ-топ, но вот на открытие было жирненько, потом затишье, потом снова жирненько, и это жирненько продолжается, гости прибывают, люди просят еще кальяны. А, честно, давно вот так вот не стоял за стойкой, был в декрете, все хуйня, и ноги у меня просто, блядь, ломят, пиздец, нахуй. Ноги просто разламываются, блядь, разламываются, я мать того ебал, блядь. Кто придумал, что такое боль для ног? Что, да, у нас тут очень жарко, я вообще... Чё? Да, вот ты вот сюда вот что-то бил. Там дафт с Дейли Хукой. Дафт в основе? Да, в основе дафт. Все, кайф. А еще одна чашечка вон туда посерединке, прямо, которая, да. Там что? Там тоже дафт. Тоже дафт? Да. По кайфу. Пока местах, блядь. По кайфу. А, вон тех танж. А, все, помню. Все, пока. Короче, ноги болят пизда как. Как сделать? Охуенно. Да. Пиздата. Давай. А что именно примерно по крепости как? Элемент, дарк, танч, вот туда куда-то. Ага. Все, понял. По крепости, да. Повыше, да? Или... Тягу классическую. Мы повыше. Покрепче. Покрепче. Все, понял, сделаю сейчас. А ты что будешь курить, друг? Мы курим покрепче. Давай что-нибудь из танжухи. Там чтобы хорошо-хорошо было. Все, окей, только понял. Не только апельсин и без мяты. Ворвался. Пол, это когда ты по щеглянке в маршрутке едешь, и у тебя смелости не хватает сказать свою остановку. И без этого. Да. Ну, в общем, без апельсина. Без апельсина. Да. Без цитруса, да? Все. Сделаем. Сделаем. Вот у нас есть два заказика. А, пойдемте их делать. А я, бля, первый забыл. А, первого и не было как такового заказа. Просто сказали что-нибудь повыше, покрепче. И здесь что-нибудь без апельсина покрепче. Поэтому, что в таких ситуациях нужно делать, ребят? Вопрос. Вот тут сейчас будет голосование. Что в таких ситуациях нужно делать? Вариант А. Подобрать так, чтобы было всем комфортно и разные миксы. Вариант Б. Сделать два одинаковых микса из танжирса. Где нет апельсина? Какой вариант, А или Б? Так люблю такую хуйню творить, вот, грубо говоря, с двумя одинаковыми чашками. А, танжа, блядь. Сейчас просто вынесем, скажем, что очень старался. Бля, реально прям эксклюзивчик такой получился. И посмотрим на их реакцию, как бы, что они на это реагируют.
Короче, старался, прям вкусик подбирал. Сочно. Сочно, попробуй. Давай, пахай. Давай. Ой, начинается крочка. У меня аж руки трясутся. Чувак. Как? Сочненько. Сочненько. Охуенно. Отлично. Как и говорил, сочненько. Сейчас вынесем второй. Прикольно. Собрал вкусик. Ну, там, повыбирал что-то. Там, миксанул, как положено. Попробуй. У нее не айфон, да? Попробуй. Бомбани. Слушай, давай завязывай. Интересно. Я пока не понял, что там дальше. Апельсина нет. Ну, отлично. Брат, это кальян называется Аким, поездка в Омск. А знаешь почему? Почему? Чувствуешь нотки баунти? Да. А это почему? Вот ответь мне на вопрос. Потому что его там нет. Он там есть. Баунти – это олицетворение тепла. Потом я обратил внимание, что ты любишь чай. Нести говорил, что он классный. А пьешь ты его именно чай зеленый. С чем? Правильно, с малиной. Вот здесь красный чай с малиной. А почему апельсин там? Чтобы ты понимал, что ты реально находишься в Омске. Это зима, Новый год, апельсин. Олицетворение? Олицетворение. Чё, блядь? Новый год — это мандарин, братан. Апельсин, братан, я не русский, у меня сегодня цена скидка, сколько раз тебе говорить, блядь.